Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода The Game. И вот так вот, ребятки, на шару можно заработать много, довольно много генов и долларов. То есть за неделю можно и по 10 тысяч зарабатывать чисто вот на гавани, покупая за монеты. Что такое 16 миллионов? Это вообще ни о чем. Вот так вот мы берем и делаем. Еще, вот смотрите, у меня есть даже второе предложение гены. Вот за 6 миллионов еды я могу купить еще 3000 генов. Ну, на данный момент мне просто гены не надо, но раньше я всегда такими предложениями тоже пользовался. Сейчас у меня небольшой дефицит еды, но в целом предложений, ну, довольно часто проскакивают. Не один раз в неделю можно такие выгодные сделки совершать. Вот так. Это тем нытикам, которые говорят, что ой, как тяжело все. Как заработать то или другое. На самом деле сейчас в игре в это все намного легче, чем было раньше. Так что наслаждаемся. Так, ну еще такие вот призы. Раньше такого тоже не было, вот этой штуки. Ну, немного дает, но тем не менее. Посмотрел там пару реклам, рассчитался монетками и все. То есть, ну, за доллары, естественно, я ничего не покупаю. Еще вот эти вот призы даются. Это такой шары тоже раньше, ребятки, не было. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь есть по турнирам. Так, ну, дрожь земли идет. Так, есть монстры, биокупола. Это у нас там мега прокачанные кайнозойские. Ну, давайте сделаем, наверное, там один бой там, один бой там, один бой там. Ну, вот как-то так пробежимся сейчас. Потом есть супер кайнозойские, есть супер водные. То есть, да, это у нас новенький прикольный такой набор. Кстати, у нас в этом наборе может попасться что? Есть ли здесь этот наш Еликус? Здесь все вип, ничего себе. А какие шансы? Шансов не написано, да? Здесь, то есть, может попасться абсолютно любой, кроме водного. Да, водных здесь нет. Ну, точнее, начиная с редких. Редкие, супер редкие, легендарные и виповские. Вообще шикарно. Шикарно, ребята. Так, ну и вот за открытие Дункли Астея, у кого он еще не открыт, здесь у нас супер-пупер-мега сложные бои. Так. И давайте мы в прошлой серии, по-моему, не сражались индораптором, ну, сороком, потому что не было нужды. А вот сейчас можно им попытаться боёчек тут один пройти. Не буду пытаться, наверное, сейчас этот весь турнир пройти. Так, допустим, возьмем Гаргазуха. Стоит ли брать Гаргазуха? Он подменится сразу. Берем Пахика. Потом, допустим, Гаргазуха. Давайте Индораптора и Метриофадона. Давайте вот так вот сходим для разминки. Вот такие. Сделаем миксованную сегодня серию. Блин, реально, два удара, ну точнее три удара и хана нам. Три по одному даже не выдержим. У него, если было ровно 6000, мы могли выдержать три по одному. А так... Кстати, да, он бы мог нас сейчас пробить. Если бы захотел. Так, ну у Пахика здесь слабый удар, как бы нету смысла его, ну, пытаться им атаковать. Лучше накопить максимум баллов, а если сейчас будут получаться 4 переносить, я буду 4 в атаку, 4 в перенос. Ну, думаю, нам не дадут этого. Два удара, ха. Ну, два удара это фигня. Ну, не буду тратить баллы. Блин, прикольно, еще бы один, я бы его пробил. Но не в этом суть. У нас теперь жизни почти поровну. Отлично. 6 атакует на 5, это хорошо. Наш следопыт, мне он напоминает какую-то ищейку такую. Раз, два, раз, два, три. Да-да-да, зря, не зря я это сделал, хотя... Ой, будет неприкольно, если опять... Блин, метриокантозавр нас сейчас за 2 сможет продамажить. То есть, ну, на 5, если проатакует, это будет эпично. Фух, на 4. Ну, фартануло нам на этот раз. А то у нас с индораптором какое-то невезение, вы заметили? Последние серии 3-4 я теряю индораптора вот так вот вообще налегке. Вот так вот сделаю даже. Блин, у него сейчас опять один балл есть. Смотрите, сейчас мы сейчас потеряем Индораптор. Он сейчас на все 5 проатакует, смотрите. Я думал, он же этот балл защиты поставит, накину один балл. Нет, нам опять фартануло. Может, у нас закончилась черная полоса и началась белая полоса.
Ну, Интераптор его сможет пробить. У него один балл, мы 3 балла сверху, мы победили. Ну ладно, 2 балла сверху, мы не победили. Победим чуть позже. Атака на 1. Ну, это нам тоже пофигу. У него в защиту все равно стоит не больше 3. Как нам нужно. Вот так. Нормально распетляли. Отлично. Так, это у нас был первый бой за Дункле Астея. Ну, у нас еще почти 4 дня на это все дело. Мне этот турнир особо не нужен. Давайте просто поглядим, что у нас тут. 23 тысячи. Что так мало? У нас у Терезинозавра было целых 28 тысяч жизни, а тут та фигня какая-то. Так, ну мы можем, то есть, пройти этот турнир. Да, взять там Юдона, Гаргазу. Гаргазух, он подменится на Птеродак, Гаргазух, Сигназух и Юдон. Вот так вот. Ладно, может мы еще к этому вернемся. Давайте сейчас приступим вот к этому турниру. Водные, водные, водные. Ну, эти турниры обычно нам даются легко. Берем пещерного, он подменится на Анхапристиса, скорее всего. Так, Анхапристиса. И нам нужно брать, возьмем бананика. И кого-то водного еще возьмем, давайте. И Хайника. Не, Хайника не будем брать. Возьмем Умунича. Бой трех стихий. Вот такое название для серии. Не знаю, почему трех стихий. Ну, в смысле, 3 разных турнира. Были водные, были наземные. А кайнозойские, точно. Ну, скажем так, трех эпох не подходит. Ну, будут трех стихий, значит. Я думаю, что он вряд ли нас пробьет. 8-метровая громадина. Занимает много места, но атака у нее не ахти. Трам-пам-пам-парам-пам-пам. Блин, ну жизни, конечно, это жесть. Нет смысла даже защищать Анхипристиса, а Далихаренхопс его пробьет сейчас. Вот следующий будет Далихаренхопс. Так, а мне, кстати, придется с Мегалодоном справляться как-то не по феншую. Так, ну у него по нулям, да? Надеюсь. Так, Мегалодонич. Пять, пять, пять. Атакуют на 3. У него 2 балла осталось. Но мне как раз вот 5 хватает и 2 сверху. А он не поставил защиту, у нас супер удар от трубочки с кремом. Так, ну и сейчас пойдем еще сделаем боечек в Кайнозое. Будет прикольно. И вот здесь. Так, у нас здесь Эласматерий. Допустим, если я поставлю вот так, он подменится, естественно. Вот так. И вот так. Сможем ли, не сможем? Не знаю, посмотрим. Если что, сделаем еще один бой. Если вдруг мы пролетаем здесь, что вполне вероятно. Наталика Смила подменился. Но за один удар у нас не пробивает, отлично. Мне бы хорошо, если бы он сейчас меня проатаковал вот на все 3 балла, было бы идеально. Ну, неплохо, мы тысячоночку с него сняли, а это больше половины жизни даже. 1400, ребята. 6 и... на все 6, молодец. Кстати, ну, особым умом в Кайнозое не отличаются. Самый сложный интеллект это именно в наземных, в динозаврах.
Здесь мы делаем один, здесь раз, два, три, и вот так. Он подменится сейчас на Эласматерия. Дипротодончик. Это вомбат-мутант-переросток. Кто не смотрел, есть видео на канале «Познавашка» про дипротодона. Обязательно посмотреть. Там есть даже милые вомбаты, по-моему, в этом видео. Надеюсь, хватит. Да, даже один лишний балл потратил. Забросаем камнями этого недоростка Эласматерия. Так, и теперь свирепый вомбат. На 5 из 6 все идеально у нас получилось, ребятки. И атакуем по полной. Вот и все дела, ребята. Вот такой вот у нас получился прикольный микс. Если вам понравилось, то не забудьте поставить пальчик вверх. А я, может быть, подумаю, чтобы записать сразу еще одну серийку. И может даже в один день, а может на следующий. Это зависит от ваших лайков, ребятки. Так что не проходите мимо. Три боя, три галочки. Нужно добавить еще сюда еще три галочки и еще три галочки. Так что до скорых встреч.